Всем здравствуйте! Долматовский Евгений Аронович. Это наше внутреннее дело. Мы про это горе, а не вы, рассказали искренне и смело, голосом народа и Москвы. То, что нам далось такую болью, радость и сенсация для вас. Все, что мы так трудно взяли с бою, вам в обход не захватить сейчас. Вы, понатаревшие в искусстве, льстить, вилять, обманывать и лгать, лезете к нам в душу из сочувствий для подхода, выстилая гать. Океан пред вами, не болото. Здесь нужны не жерди, корабли, и не вашего ума забота думать, сквозь какой огонь мы шли. Трудно открывателям и первым знать бы все, и был бы путь прямей. Будет легче тем, кто вас повергнет. Им в борьбе поможет наш пример. Всем спасибо.